ходят слухи, что ренегаты собираются на... Эй, ты! Продаешь воду? Заплачу полкристалла за голову. Даю и продаю лучшие там. Айдар? Я слушаю. Это Эйден. Мне только что предложили какую-то сомнительную сделку. Возможно, этот след приведет нас к Лукасу. Нужны не только следы, Эйден. Выясни все, что можно. Хорошо. До связи. Есть тут кто? Я Дэмиэна! Эй! Чего хотел? Я Дэмиэна. Он сказал, тут есть работа. Не по адресу, брат. Но я только что от него. Он отправил меня сюда. Ты один? Да, я один. Уж надеюсь. Заходи, спускайся. Там все объяснят. Тебе это нужно или нет? Я Эйден, а Дэмиэна, он сказал, тут есть работа. Ясно. Так что, ты тут недавно? Дэмиэн тоже об этом спрашивал. Какая вам разница? Босс задал вопрос. Я все еще пытаюсь понять, почему я здесь, а вы все ходите вокруг да около. Ладно, давай о работе. Для нее тебе лучше не быть известным на базаре. Ну, я бы не сказал, что я там известен. Это хорошо, очень хорошо. Похоже, мы наконец-то нашли, кого нужно. О чем вы говорите? Что вам от меня нужно? Просто мы работаем на того, кто до смерти хочет тебя увидеть. Но не до своей смерти, полагаю. Забираем его, парни! Никакой пощады!
Попробуй-ка это! Попробуй-ка вот это! Ты мой, сучка! Ты не умер? Ах ты, засранец! Ты меня подставил! Что? Нет, клянусь, я никогда бы... Я просто выполнял свою работу. Я вербовщик! Кто эти люди? И почему они меня искали? Не знаю, Эйден. Поверь мне. Пожалуйста. Они попросили меня прислать им новичка. Но они сказали, зачем. У меня не было выбора, я делал то, что сказали. Они имеют отношение к смерти Лукаса? Что? Нет. Господи, надеюсь, что нет. Это было бы ужасно. Но клянусь, я не знаю. Значит, ты уже посылал к ним других до меня, и их всех убили? Что ты натворил, Дэмиан? Я не знал. Сначала... Но даже когда я узнал, то не мог ничего поделать. Сколько, Дэмиан? Сколько людей ты послал на смерть? Прекрати, Эйден, хватит. Мне очень жаль. Я был вынужден. Поверь, у них мой брат. Твой брат? Рассказывай, живо. Они схватили его и грозились убить, если не буду слушать их. Мне казалось, если я буду слушаться, они отпустят его. Я на крючке. Меня это достало.
Я хочу вернуть брата. Ты не поможешь мне? Ты отправил меня на бойню, а теперь я должен забыть об этом и помочь найти брата? Ты злишься, понимаю. Но подумай вот о чем. Он мог слышать, зачем ты им нужен. Если он тебе расскажет, ты поможешь? Ну ладно, но я советую тебе помолиться, чтобы он что-нибудь знал. Я уже был там и все обыскал. Клиффа там нет. Правда? Черт! Ты думаешь, они... Он еще жив, да? Не делай скоропалительных выводов. Но где они могут его держать? Проклятие, это я виноват. Какой же я дурак. Отправка сюда людей – твоих рук дело. Что касается твоего брата, я не уверен. Где вы виделись в последний раз? Когда на нас напали, мы были на востоке Куори Энд у моста Дьявола. Эти уроды взяли его в заложники и с тех пор отдавали мне приказы. Я делал это только, чтобы спасти брата, Эйден. Я не знал, что другие будут умирать. Что такое мост Дьявола? Так называется здание. В средние века верили, что там водятся духи. Но времена изменились, и в эти россказни уже никто не верит. До эпидемии там была автомастерская, а теперь логово бандитов. Полагаю, мне придется осмотреть район вокруг моста Дьявола. Эйден, ты не шутишь? Ты сделаешь это ради меня? Ни в коем случае. Я сделаю это для того, чтобы больше никто из-за тебя не умер. Возможно, я уверен, что он жив. Падалая. Thank you.
Yeah.
Сказать по правде, мне не нравится. Я всегда боялся, что кто-то там шныряет. А про фонарик ты забыл? Какой дебил фонарик забыл? Это то, о чем... А так всегда было? Ты совершил большое ошибку. Это фонарики, которые мне гоняются! Интересно, кому за тебя заплатятся? Хватит суетиться! Ты попался! Попался! И как оно нравится, грязь! Дэмиан? Дэмиан? Не, я Клифф. Ого, какое невероятное сходство. Охрана! Стой, стой! Я Дэмиана. Как ты сбежал? Сбежал? Мне незачем бежать. Так ты не... Ты с ними заодно, да? Ну, да. Послушай, Клифф, что меня правда интересует, так это убийство командира Лукаса. Миротворца? А что с ним? Это не вы его убили? Нахер нам это делать? Мы не самоубийцы. И у нас есть дела и поважнее. Например, ты. Я? О чем это ты? А вы с Дэмианом так и не поняли? Ну ладно. Я люблю своего брата, но он тупица. И всегда им был. Дэмиан, это Эйден. Ты меня слышишь? Да. Ты нашел Клиффа? Да, но... Привет, братишка. Ты нам очень помог, прислав их сюда. Доктор Вальц очень доволен. Вальц? Он наш босс. Босс? Клифф? Что? Я не понимаю. Да. Они меня схватили. Но теперь я уже с ними. Пришлось прикинуться, будто меня хотят убить, чтобы ты сделал то, что нужно. Ты сделал? Что? А только не конючь. Это был единственный способ заставить тебя. Как ты мог так поступить? С ребятами, которых я втянул и послал на смех. Не переживай, братишка. Это все ради благой цели. Чьей благой цели? Босса, конечно же. А теперь ты прислал парня, который нужен боссу больше всего. Это он, парни. Тот, у кого игрушка доктора. Твою мать! О чем ты говоришь? Так будет по старике! Засни, какой ца! Yeah.
Еще здесь? Ответь, Дэмиан. Ты меня слышишь? Айтер. След помог? Не, это тупик. Не удивлен. Что будешь делать? Копать дальше. Давай. Опять, блядь, не щит. Нету!
Я нажимаю и... Что это? Еще разок. Он уже должен был зажечься. Но я... Я бы потерял дар речи, гражданин. Подождем еще минуту. Последний шанс. Давай. Давай. До этого он работал как обычно, клянусь. Все, кого задерживают со сломанным биомаркером, так говорят. Подожди, я знаю. Я могу прийти завтра. К тому времени я его починю. Без проблем. Это шутка такая? Ну не сука. Готов? Уже иду. Болтают, что запасы воды почти на исходе. Впереди тяжелые времена. Thank you.
У ветряка, раз он снова работает. Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Иди сюда. У меня есть то, что тебе нужно. Встречал этого чувака, Улиса?
Я бы ему не доверял. Он раньше был пил... А, не важно. Я дал тебе денег купить воды, а ты что наделал? У меня была хорошая карта. Тебе легко говорить. Тебя там не было. Я тоже об этом жалею. Я бы убил этих ублюдков на месте. Дэмиан, в чем дело? Пусти меня! Ты хочешь, чтобы я брал самолёт? Где я и где самолёт? Тогда... Где Дэмиан? Он заперся в башне. Есть другой вход в башню? Нет, по крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, но потом их приходилось отскребать от земли. Я попробую. Интересно, что творится в Central Loop. Когда миротворцы закрыли туда путь, ходят слухи. Еще раз так сделаешь, окажешься да, прав. Не хочу в итоге пить свою мочу. Еще не... Кто-то должен исправить ситуацию с водой. Подойдут многолетние растения. Но как мне их посадить? Попробуй срезать молодые побеги. Я сыт по горло сельским хозяйством. Дружок! Ко мне! Что было? Дружок, где ты? Иногда я просыпаюсь и не помню, что было падение. Только в такие моменты я могу улыбаться. А потом вижу чертову шагами. Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Эйден, слышал, ты был во внешнем мире. Ну и как там? Иногда выхожу на улицу, просто посмотреть на вывески времен до падения. Не знаю, меня это почему-то увлекает.
Дэмиан! Стой или спрыгну! Постой! Ладно! Я стою. Расслабься, Дэмиан. Давай успокоимся. Что тебе нужно? Поговорить. О чем? Насчет Клиффа. Насчет твоего брата. Что еще? Я должен извиниться. За что? Что с ним случилось, Эйден? Ну, я... Ты должен это знать. Знать что? Что это я. Я убил его, не ты. Ты хочешь, чтобы я прыгнул? Да? Посыпать мне соль на раны? Это ты убил его! Думаешь, это что-нибудь меняет? Для кого? Может быть. Возможно, это снимет с тебя часть вины. Отличная попытка, но нет. Нет! Я сам навлек это на себя. На себя. На бедных жертв. На моего брата. И даже на тебя. И мне придется с этим жить. Но я не хочу. По крайней мере, долго. Только, скажем, 15 этажей. Я справлюсь. Прощай, Эйден. Нет! So strong enough.